А еще каждый четверг на большом рынке, который расположен на въезде в наш Катмон, собираются продавцы со своим товаром со всех маленьких окрестных рыночков. И мы решаем прокатиться и до этого рынка. Apila this? 160, 140. Apila bonus? 180. 180? I need a bit because I for salty. Ah. You remember? Ah, yeah. Very good. Oh. Apila your bonus? 200 and kilo. 200? 200 per kilo. 200. 200? This all or you have maybe more big? More big. Give me big this maybe this. 190 ma'am. Okay, now I look another, okay? And oh, very small fish. I buy. Ой, very interesting fish. Ой. What fish name? Bandawan. Bandawan? Yeah. For fry or for soup? No. Soup? Fry. Apila this fish? 2-4 feet. Yeah. Oh, very big. Very big. This one, small. No, I only look first time. Maybe next time. Very interesting. I look first, okay? Oi, hello. Oh, kutop. Hello. Оказывается, в нашем Катмон, на другом рынке, которая больше, чем тот, где мы живем, по четвергам тоже происходит бойкая торговля рыбой. Shell. Oh, very interesting shell. Apila shell this? 80 per kilo. А this? Pila? 60 per kilo. Apila this shell? 60? 60, 1 kilo. Ой. А what name this? Мурена? Apila this? 150. 150? Kilo. Kilo? Barracuda. А, барракуда? 300 kilo. А? 300. And you snake? Sea snake? А, this sea snake? No. What name? Ubud. Bisaya. Ubud. This snake na. Barracuda? There. Ah, this barracuda? This one. Ah, this? This snake. Ah, what eat? Fry? Fry or soup? No. Ah, what eat? What eat? No soup. Fry? No. Fry? No. In oil? Cook? No, understand. Fry? Are this same? No. The same. Any color, like. And how much? 160. 160? Very interesting. Okay, I try this. Yes. Only one? Only one because I first time. Wait, snake. See a snake? Snake? Report. What? Report. 120. 120? Вот, друзья, здесь я купила эту самую рыбу, которую мы видели в Багое, не купили.
на 60 песо дешевле за кило. Давайте посмотрим, что же я из нее приготовлю и какая же она на вкус. А вот, друзья, самая настоящая барракуда за килограмм. Бисая румпи. Бисая румпи? Румпи. I next time come and we try. Can I repeat this? Yummy? Next time I buy. Thank you. Ну здесь такая же рыбка. Very interesting fish. Ой, very many shell. Hi. А what eat this shell? Cook? Boil? Boil? I look first time. Но тут такие же мелкие рыбки, как и везде. Все, друзья, я обещаю показать вам, какие ракушки мы здесь едим и как я их готовлю, но все не доходят руки. Вот сегодня опять мы снова накупили много-много рыбы, и я боюсь, что если куплю ракушек, мы их просто не съедим, они испортятся, и некуда, в принципе, их и положить здесь, потому что у нас нет большого холодильника на Филиппинах. Давайте уже рассказ о ракушках оставим на следующий раз. How much? 19. Друзья, ну и пока я здесь, прикуплю-ка я еще и яичек, и пару манго для шейка. Excuse me, I forgot us. А пила X? X. Пила. 1-3. 1-3, 1-8. Окей. Give me 1-3, please. Вот такой рынок большой есть, друзья, еще в нашем Катмон, но он расположен далеко от того места, где мы живем, и мы сюда ездим не часто. Но, как говорит Андрей, этот рынок работает только по четвергам. То есть со всех окружающих маленьких рынков торговцы со своим товаром съезжаются сюда по четвергам. Ну и, соответственно, и покупатели. Потому что я видела здесь несколько продавцов, которые работают у нас на рынке в обычный день. Которые в обычный день на рынке торгуют у нас, в нашем месте, там, где мы живем. Ага. А яйца, осторожно. Этот рынок раз в неделю, по четвергам? Да, каждый четверг. Это получается, все приходят сюда. У кого даже нету лотка на рынке, они приходят, вот и продают. С других с гор, не с гор, отовсюду, с других местностей, так сказать. Слушай, вроде он раньше каждый день работал. Нет, нет? Только по четвергам. Да, мы с тобой тоже как-то ездили сюда одно время, а потом забросили. Мы ездить забросили, сюда. Покупали, да? Покупали ближе, там, где ближе, рынке, да. Покупали. Ну, смотри, здесь как цивильно. Класс. Вернемся сюда снова через неделю. Как сидеть, кушаем, мы тоже приедем за новой. Ну как раз нам на недельку хватит. Ну сегодня вообще в этот раз прям на рыбу был ценник. Вообще маленький по меркам. Здорово. Да. И не стоит в Багу ехать. Зеленоголовые вот эти, как которые прыгают, туны. 280-240 они вообще класс стоят. Это вообще, это дешево. Кстати, здесь я спрашивала рыбу, даже благородная, которая у нас или там в Багу за 300 стоит. Здесь 200 с копейками, да, действительно. Просто может сезон. Она сейчас и в Багу, значит, тоже дешевле. Потому что с Багу-то и везут. Сейчас сезон рыбы, видать, идет. Класс. Хорошие уловы. Будем, вообще обалденно. Будем кушать рыбу. Да. Следующую барракуду. Да, кстати, барракуда она мне предлагала. Кстати, она мне сейчас предлагала 200 с лишним барракуда. Это вообще бонус только стоил. Бонус кослява, это барракуда. В следующий раз приедем за барракудой. Куда же мы приехали? Кто-то развернулся. О! Это все, прямо вот просто дорога. Один выезд, что? Да. А он может вон там выехать, через деревню. Я там не ездил. Ну, через деревню. Ну, поехали, посмотрим. Это тоже наша деревня? Катмор. Ого! Сцена большая. Сцена. Ну, сцена они любят. Спортивная площадка. И баскетбол. Класс. Посмотрим, куда нас приведет эта дорога.